Двоякое впечатление оставило. Вроде бы с достойным соперником, который высокие цели и турнирное положение гораздо выше нашего. Ничья вроде бы удовлетворительный результат, но с другой стороны, ввели 1-0 и очень большое количество времени и создали моменты на контратаках, где можно было уже завершить игру раньше, конечно, при счете 2-0 нам гораздо легче было. Но довольны тем, что сыграли, не проиграли, потому что ребята достойные во всех этих играх, что мы проиграли. Ни в чем, в принципе, не уступали ни на Мерзенцев, ни только был проигрыш для Шерифа, более опытному. А здесь в равных борьбе, допустим, были очень много ошибок в других встречах и вот эти проигранные встречи. Но рады, я же говорил, что не пустили руки, 5 человек и проигранных встреч подряд, бывает, чем над дом. Но ребята на тренировках работали в полную, ни в чем себя не жалея. К сожалению, немножко сегодня не хватило нам для победы. Но и соперник был достойный, с которым не стыдно было, с одной стороны, проиграть, но абсолютно мы не уходили ни на ничейный результат, только победа, потому что у нас тоже турнирное положение. Да и в психологическом плане нужно было, это 13 очков, что мы набрали, и после этого 5 игр подряд нужно было выбираться. Мы выбрались, поскольку все. Осталась одна игра, я так понимаю, задачи, поставленные на этот чемпионат, не совпали, да, с результатом? Ну, конечно, не совпали. На таком, нам перед болельщиками стыдно и неудобно, и рады, что все равно приходят и болеют, и поддерживают нас. Поэтому в любом случае будем бороться дальше, доказывать и радоваться в будущем. Нам не стыдно. Ну, нам стыдно. А нам стыдно. Мы свои.